Доброго здоровья. Вот интересный комментарий Геннадия Кулешова на мой видосик геморрой, я его вылечил. Значит, по его, то есть по моим советам, описанных в моих книгах, я сильно подорвал здоровье. Мне, конечно, вот интересно, как это же произошло. Современные ученые до сих пор не знают точной причины образования геморроя. Ладно, люди всегда бдительно относитесь к советам непрофессионалов. Я хотел назвать вот этот вот ответ свой «Профессионалы и профаны», но почитал дальше, я несколько по-другому отвечу. Потому что вот так вот сказано, сильно подорвал здоровье, от чего делал, что делал. Вернее, так, почему Геннадий начал применять советы мои? Почему применять? Как применять? И так далее. И сразу же, смотрите, возникает вот такой вопрос. Люди всегда бдительно относитесь к советам непрофессионалов. Я думаю, что вы обратились вначале к профессионалам. Почему, обратившись к профессионалам, вы все-таки потом решили использовать мои книги, в которых описаны общечеловеческие знания и методики по оздоровлению организма? Вопрос такой. Я пишу, опишите, что вы делали, что подорвали, разберем вас, ваш случай, раз профессионалы не смогли. Почему профессионалы не смогли? Это несколько другой вопрос. Мы на него тоже ответим. Значит, Геннадий отвечает, пил мочу, посадил печень. Зачем пить мочу? Вот такой вопрос встает. Зачем пить мочу? Какой-то мотив. Вот так просто опять-таки было сказано, пил мочу, посадил печень. Я пишу, кратко ответили, а для чего, сколько в день и продолжительность? Вот для чего все это делалось? То есть, если вы что-то делаете, у вас должен быть какой-то в голове план, что вы применяете это средство для того-то, от того-то, от того-то. И как бы сказать, вот знаете, разные бывают. И в одних случаях это применимо, в других случаях это неприменимо. А так вот, для чего? Итак, продолжает Геннадий писать. Значит, немного болели почки, стал пить мочу по 250 мл в день. Я считаю, дозировка чрезмерная, но, будем говорить, как бы сказать, несколько не в этом дело. Почки перестали болеть, То есть человек, значит, использовал для того, чтобы почки перестали болеть. Ага, это дело помогло. Хорошо. Но через 6 месяцев попал в больницу с гепатитом. Позвольте, за 6 месяцев с вами могли произойти разные вещи. И вы знаете, когда человек употребляет урину, если это действует действительно там отрицательно, то это сразу же сказывается. Что там через 6 месяцев с токсическим гепатитом? Это что, вы думаете, что это от урины могло произойти? Я сомневаюсь, что от урины. Тут что-то совсем другое было. Значит, жесточайше мучился после этого лет 20. Сейчас полегче, но все равно чувствую последствия. И все это благодаря вашим советам и моему юношескому тупоумию. Знаете, вот здесь я с Геннадием даже согласен. Прежде чем что-то делать, надо хорошенько понять, узнать и использовать. И при этом, знаете, есть, конечно, такие вещи, которые сказываются не сразу. И важно понимать, от чего это произошло. Это произошло действительно ли, если человек там, вот смотрите, а сколько вот он пил мочу эту? Немного болели почки, стал пить мочу, почки перестали болеть. Сколько? Вот сколько, Геннадий, вы пили? Вот для того, чтобы, знаете, разобраться. И если вы хотите, чтобы я вам действительно помог,
Мне надо знать следующее. Сколько времени вы пили эту мочу? Вот по 250. Неделю, месяц, год. Сколько вы пили ее? Далее. Через 6 месяцев попал в больницу. Значит, вы уже все эти 6 месяцев пили мочу. Или же вы ее бросили пить, а потом начали, значит, будем говорить вот это вот, через 6 месяцев что-то с вами произошло, что появился токсический гепатит. Дело в том, что как раз гепатит очень хорошо поддается и используя урины, и особенно он подается хорошо голодание на урине. А вот в дополнение к Геннадию, который получил отрицательные результаты, как он считает, что это все произошло от урины, другой Геннадий на видосик «Противопаразитарка рассуждения» пишет: «Здравствуйте, Петрович, мне 36 лет, внимательно слежу за вашим каналом. Также много книг по оздоровлению прочитал. В свое время пытался излечить вирусный гепатит С, тяжелый генотип 1Б. Пробовал голодовки 5 раз по 2 недели, 21 неделю прошел. Через 10 суток насухо. Но, увы, вирус остался. Излечил классической комбинированной схемой. Альтивир, интерферон плюс рибаверин. Это, слава богу, все в прошлом. Года 3 восстанавливался после нелегкого лечения. После этого, а также года 3 по вашему совету, употреблял черный тмин. Очень мощный эффект, в том числе против симбиоза физических и тонких паразитов. Намного меньше стало похотливых мыслей и мотивации. Укрепилась воля, прошли болячки на губах и многое другое. Болячки на губах, как правило, связаны с герпесом. Каждый день утром и вечером совершаю прогулки вокруг своего микрорайона. Вам, Геннадий Петрович, огромное спасибо. То есть, а вот здесь, смотрите, справился с вирусным гепатитом. Ну, пускай не голоданиями, а с помощью лекарств. Всякое бывает. Не знаю, как вы к моему совету относитесь. Я бы, вот смотрите, жесточайше мучился после этого лет 20. Для того, чтобы привести печень в норму, можно без всякой урины поголодать. Там, допустим, недельку, поголодать там дальше, там еще одну недельку, через, грубо говоря, месяца два. Потом поголодать там 2 недельки. И печеночка у вас будет нормально. Но это мое мнение, мнение непрофессионала. Я думаю, вот Геннадий, так вот мы с вами разговариваем, и все остальные слушают. За эти 20 лет, я думаю, вы обращались к профессионалам. Токсический гепатит. Вот в течение 20 лет, и сейчас еще вы говорите, последствия какие-то есть. Почему они вам не помогли? Вот задайте такой себе вопрос. А почему они со своими суперзнаниями вам не помогли? Ну вот почему? Я же думаю, что здесь просто-напросто надо поголодать. Для того, чтобы, если это токсический гепатит, то есть токсический это произошло, ну, говорит, отравление какими-то веществами, что-то вы там съели, и это отложилось на печени, и возник, значит, сбой в работе печени. Что вы там ели, что вы питались? То есть здесь надо ответить на разного рода вопросы. Ну, а если так вот тупо, просто-напросто поголодать, как я сказал. Допустим, 3 дня начали, потом на воде просто, потом еще там. Потом где-то недельки 2. Я думаю, от этого токсического гепатита и следов не останется. Но продолжим. Вот смотрите, это один пример. Естественно... Что я хочу сказать, что
Вот тут как раз было сказано, что это там благодаря моим там советам и юношескому тупоумию. Вроде как неприятно осознать себя, значит, вот таким глупым человеком. Но тем не менее, для того, чтобы разбираться и умело, будем говорить, оздоравливать свой собственный организм, вы все-таки должны применять некую долю разумности. В своих книгах я описал эту разумность и очень много вам рассказываю о ней на этих вот видосиках. Ну вот продолжим дальше. Это такой один из отрицательных случаев, хотя с почками-то все нормально стало, если так сказать. А вот что там через 6 месяцев, вот в эти 6 месяцев было, мне бы хотелось узнать. Для того, чтобы понять, что же там произошло такого. Ну, продолжим дальше. В эту же тему Людмила пишет на видос «Очищение организма для слабых людей». Спасибо большое за ваш труд, что делитесь своими знаниями. Вот это не, как говорится, не в бровь, а в глаз. В свое время мне очень не повезло с официальной медициной. То есть с профессионалами. Последствия плачевны. С 95 года стала вытаскивать себя с погибели по вашим книгам. Чистки и голодания. Результат превзошел все ожидания. Выкарабкалась. Вот почему, можно так сказать, профессионалы и профаны. Дело в том, что не повезло с медициной, потому что подход совершенно иной к здоровью, к организму человека. Я же постарался совершенно иной подход вам рассказать, преподнести. И, пожалуйста, теория подтверждается практикой. Еще разок хочу сказать, всякое бывает. В любом случае надо включать голову свою. Как там, так и это. Все делать разумно, осознанно. И тогда будет результат. Кстати, вот еще интересный комментарий на гепатит желтуха. Альбина Егорова написала. Спасибо вам огромное за ваши бесценные советы и низкий поклон. Мне очень помогли ваши книги «Из сосуда своего». Ну, это одна книга. Тогда мне было 23, сейчас 48. Попала в больницу, когда сломала руку, а так все вашими методами решается. Видите, никаких каких-то отрицательных явлений нету. И это бывает тогда, когда человек все-таки трезво оценивает подход к своему там лечению, оздоровлению и жизни в целом. И рассуждает, а почему это возникло вот так вот. Что надо сделать для того, чтобы от этого избавиться?